Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такую замечательную поделку. Озорную и веселую собачку. Для этого нам понадобится цветная бумага, клей и маркер. Детали я уже заготовила заранее. Это ротик, глазки, а носик мы нарисуем маркером. Из цветной бумаги я вырезала два одинаковых квадрата. Вначале мы возьмем один квадрат и сделаем голову нашей собачки. Для этого нам нужно сложить квадрат пополам, чтобы получился треугольник, то есть по диагонали. Складываем аккуратно, ровно, уголок к уголочку. И приглаживаем пальчиком линию сгиба, чтобы зафиксировать. Вот такой треугольник у нас должен получиться. Теперь нам нужно сделать ушки. Мы загибаем правый угол и левый. Вот таким образом. И осталось нам сделать шейку. Мы переворачиваем и загибаем угол, который посередине. Вот что у нас получилось. Теперь, чтобы закончить, нам нужно приклеить глазки и ротик. Для этого нам нужен клей. Берем глаз, один, наносим клей и приклеиваем. Еще. Аккуратно. Остался нам приклеить рот. И маркером мы нарисуем носик. У нас получилась мордочка собачки. Теперь осталось нам сделать туловище. Мы берем второй квадрат из цветной бумаги и складываем его точно так же по диагонали, чтобы получился треугольник. Складываем аккуратно уголок к уголку и ровно. Приглаживаем пальчиком. И загибаем любой угол. Это будет хвостик. Вот что у нас получилось. Теперь мы приклеим голову к туловищу. Берем клей, переворачиваем голову и наносим клей. Клей мы наносим на голову и на туловище, чтобы крепче держалось. Вот у нас что получилось. И нам нужно закончить поделку, нарисовать лапки. Для этого нам нужен маркер. Проводим ровную линию посередине туловища. Делаем когти. Еще рисуем задние лапки. Тоже рисуем когти. Вот такая веселая собачка у меня получилась. Я уверена, что у вас получится еще лучше. А я буду вас ждать на следующем занятии. Пока-пока!